Здравствуйте, дорогие мои друзья. Сегодня 1 января, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Ильи, Сергия. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники, радости вам и мир от Духа Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память удивительного святого, который для многих современных христиан является опорой непосредственно для них или для их несчастных родственников, о которых они молятся. Ну, потому что есть такой духовный закон. Кто чем искушен был, может и искушаемым помощи. Но потому что святые, они живы. У Бога нет мертвых, у Бога живы все. И когда человеческая душа, она раскрывается в вечности, усиливаясь добродетелями, или еще больше заворачиваясь в страсти, почему? Ну, потому что здесь в полной мере ощутить себя в аду человеку мешают тело, присутствие родных, близких, ну и многие другие факторы, которые утешают, поддерживают. Недавно у отца Дмитрия Смирнова такую двухминутную выдержку из проповеди услышал. Вот говорит, слышится от людей, что «а ада-то ведь, может быть, и нет». Ну как нет ада? Говорит, встань утром перед зеркалом и посмотри. Если ада нет, то отчего у тебя такая неприятная, унылая физиономия? Если ада нет, чего ж тебе так в жизни-то не радостно? Почему тебя все мучает, раздражает, все время напрягает что-то, беспокоит? И люди, и соседи, и родители, и папа, и мама, и бабушка, и дедушка. Все тебя раздражает, не дает покоя. Ты все время в претензии, в унылом, тоскливом состоянии. И правительство, и кризис, и курс доллара, и Барак Обама, и все это вместе, это уже ад. Ну, потому что нет радости, нет выхода, нет жизни. От этого ты хочешь куда-то спрятаться, убежать, уснуть, напиться, уколоться, забыться, куда-то себя деть, чтобы выключиться из этого состояния. Но оно все время во мне, потому что и попадать-то никуда не надо. Ад уже давно попал внутрь меня. И выход только один — к Богу. Так вот, те, которые смогли преодолеть это адское состояние, мучения страстями и похотями, они продолжают помогать. Помогать тем, кто пребывает в этом же состоянии, но кто просит об исцелении. Сегодня память святого мученика Ванифатия, жизнь которого для многих может быть примером, примером выхода из кризиса. Сейчас, кстати, очень благоприятное время, дорогие мои. Очередной кризис приближается к нам, или уже приблизился. А кризис — это же всегда такое состояние, которое, ну, по-гречески он просто обозначается как суд. То есть кризис — это суд, переломный момент, когда почва из-под ног уходит, особенно если человек строил свою жизнь на песке. Потому что фундамент «Еже бе Христос», то есть камень, на котором должна быть построена жизнь,
Его невозможно поколебать. А песочный фундамент земного благополучия, карьерного роста, надежды на себя или на связи, или на деньги, это все вымывается, и здание разрушается. Но лучше, чтобы оно разрушилось, и на его обломках как-то строить по-другому, чем это произойдет уже за порогом вечности, когда человек поймет, что жизнь прожита зря, что главных дел в жизни он так и не успел сделать. Все, как попрыгунья стрекоза, лето красное пропело. И оглянуться уже не успела, а зима катит в глаза. Пора давать отчет. Кризис — это всегда возможность. Возможность начать новую жизнь. Но потому что это по-божьему. Кого любит Господь, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого хочет принять. Потому что по-другому очень часто человека невозможно отрезвить. Он находится в угаре своих иллюзий. Вот Господь немножко сотрясает, человек опадает, получает шишки, смиряется, что очень важно, и начинает всерьез думать о своей жизни и своих отношениях с Богом. Очень часто именно в таком состоянии начинается процесс покаяния, возвращения, ну, как у блудного сына. Расточил имение свое, живя блудно, стал нуждаться, хотел насытиться свиными рожками, никто не давал ему. И здесь вспомнил об отце. Столько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я здесь гибну от голода. Встану и пойду, и скажу: отче, согрешил я на небо пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня хотя бы в число наемников. Пошел. Очень важный момент. Не просто порассуждал, всплакнул, сопли на кулак намотал и пожаловался кому-то и остался в состоянии прежней тоски. Встал и пошел. Вот это главное действие. Вся жизнь должна быть действием. А что отец? Отец ждет. Каждого из нас ждет Отец Небесный. Ждет и смотрит. Показался вдалеке силуэт. Он побежал, упал ему на шею. Тут говорит: недостоин называться сыном твоим. И отец его останавливает. Стоп. Дальше нельзя. Потому что недостойным сыном ты можешь быть. А быть у Бога наемником, рабом, это не по замыслу Божьему. Не отказывайтесь, дорогие мои, от своего избрания. Не меняйте свое первородство на чечевичную похлебку. Если уж что-то в жизни расстроилось, то это замечательная возможность поднять голову к небу, вот этой свиной похлебки оторваться и к небу, и к Богу. Святой мученик Ванифатий был рабом богатой молодой римлянки Аглаиды и состоял с ней в беззаконном блудном сожительстве. Оба они чувствовали угрызение совести, хотели как-то смыть свой грех. Господь пожалел их и дал им возможность очистить грехи своей кровью и закончить грешную жизнь покаянием. Аглаида узнала, что если с благоговением хоронить в доме мощи святых мучеников, то их молитвами легче получить спасение, ибо под их благодатным воздействием умаляются грехи и воцаряются добродетели. Она отправила Ванифатия на восток, где в это время шло жестокое гонение на христиан, и просила привести мощи какого-либо мученика, чтобы он стал их руководителем и покровителем. Ванифатий, прощаясь, пошутил: «Ну, а если я вернусь к тебе мощами, примешь меня?» Аглаида отнеслась серьезно к его словам, укорила его в том, что он, отправляясь на святое дело, позволяет себе такие шутки. Ванифатий задумался над ее словами и все время пути был погруженным внутрь себя.
Приехав в Киликию, в город Тарс, Ванифати оставил в гостинице своих спутников, пошел на городскую площадь, где мучили христиан. Потрясенный зрелищем страшных пыток, видя просветленные благодатью Господней лица святых мучеников, Ванифати по влечению своего сострадательного сердца бросился к ним, целовал им ноги и просил святых молитв, чтобы и ему удостоиться пострадать с ними. Тогда судья спросил Ванифати, кто он. Ванифати отвечал: «Я христианин», а затем отказался принести жертву идолам. Его тут же предали на мучение, били так, что мясо отпадало от костей, вонзали иглы под ногти, наконец влили в горло расплавленное олово, но силой Господней он остался невредим. Окружавшие судилище люди пришли в возмущение, они стали бросать в судью камнями, а затем устремились к языческому капищу, чтобы низвергнуть идолов. На следующее утро, когда волнения несколько затихли, судья распорядился бросить своего мученика в котел с кипящей смолой, но и это не причинило страдальцу никакого вреда. Его оросил сошедший с небес ангел, а смола вылилась из котла, вспыхнула и обожгла самих мучителей. Тогда святой Ванифати был приговорен к усечению мечом. Из раны истекли кровь и молоко. Видя такое чудо, около 550 человек уверовали во Христа. Между тем спутники святого Ванифати, напрасно прождав его 2 дня в гостинице, стали его разыскивать, предполагая, что он предался легкомысленному времяпрепровождению. Сначала поиски были безуспешны, но, наконец, они встретили человека, бывшего очевидцем мученической смерти святого. Свидетель привел их туда, где еще лежало обезглавленное тело. Спутники взяли Ванифати, со слезами просили у него прощения за неподобные мысли о нем и, выкупив за большие деньги останки мученика, привезли их в Рим. Накануне их прибытия Аглаиде во сне явился ангел и велел ей приготовиться принять бывшего раба ее, а теперь господина и покровителя, сослужителя ангелов. Аглаида призвала клириков, с великим почетом приняла честные мощи, затем построила на месте его погребения храм во имя святого мученика и положила там мощи, прославившиеся множеством чудес. Раздав нищим все свое имение, она удалилась в монастырь, где провела в покаянии 18 лет и при жизни стяжала чудесный дар изгонять нечистых духов. Молитвами святого мученика Ванифатия пусть Господь укрепит нашу решимость жить целомудренно, жить воздержанно, жить ради Господа Иисуса, а не ради земного благополучия. Молитесь, дорогие мои, святому мученику за многих и многих тяжко страдающих плотскими недугами, дабы укрепил Господь их в победе над страстями, помогая нам всем Господь.